Культура Казахстана складывалась на протяжении многих веков. Памятники и экспонаты, подтверждающие это, сохранились на его территории со времен глубокой древности. Они позволяют ярко представить все стороны жизни и мировоззрения казахского народа. На территории Казахстана жили древние кочевые племена. Датируются данные золотые находки на примере золотого человека, это 5-4 век до нашей эры. Эта уникальная находка рассказывает про древние золотые украшения, которые использовали во время обряда захоронения знатных людей. Таких людей, золотых находок, по сей день было найдено на территории Казахстана свыше 9. По мере изучения подтверждения исторической ценности, культурные памятники Казахстана входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. С 2003 года в нем мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, с 2004 – петроглифы Тамгалы. Количество находок, достойных мирового признания, постоянно пополняется. Когда приходят иностранные гости, им интересна история, культура. А культура в Казахстане, у казахов, она очень богатая. Уходит глубоко корнями в древнее время, когда жили все эти древние кочевые племена. Древние символы, используемые много веков назад, применяются в современном оформлении. Зооморфные узоры в зверином стиле можно встретить на госсимволах страны, в архитектуре городов, в работах дизайнеров и даже кондитеров. Знание, почитание и уважение прошлого – залог уверенного будущего.